Асем Рыспаева. Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом конкретно, конечно, его заслуга. Ведь все разговоры о нем и так все по кругу. Я теперь засыпаю дольше и смотрю на других под ним больше. Но залью сторис с этим треком, чтобы дать тебе знать об этом. Я так сильно по тебе скучаю. Спросишь, где ты сегодня тусите? Я с девчонками за чашкой чаю, как в сериале Sex in the City. Мы поехали плясать, что в такси у кафе. Даже выпить не успела, а как будто Бон-Джови. Говорила, не влюблюсь, больше всем назло. Но ты только появился, и меня повело. И меня повело. Хо-хо-хо, все поехало, поплыло. Я поздравляю, номер интересный, гораздо интереснее, чем то, что было в прошлом концерте. Вы яркая, харизматичная. Не могу сказать, что не поплыло, когда вы пели. Мне показалось, что не совсем удачно выбрана песня наставником. Ну, мне так показалось, что не совсем то, что вы могли бы сделать. Но номер вышел ярким. И я думаю, что вам не стоит, конечно же, сомневаться в том, что вас поддержат, потому что за вами там металлурги и так далее, целые предприятия. Но тем не менее, хотелось бы, конечно же, чтобы вы показали себя другую. Пока я не понимаю, что вы дальше можете сказать в проекте. Насколько вы будете интересной. Сем, а я вот сегодня соглашусь с Нурбергеном, было очень чувственно. И мне кажется, что это вот более женственное, эстетическое наслаждение такое, какое-то, как же вам объяснить? В вашем голосе присутствует вот некая нежность сама по себе. Хоть и вокал сильный, и все такое, вы умеете разговаривать, рассказывать историю. Пусть эта песня была простой и, мне кажется, абсолютно четко подобранной к сегодняшнему концерту, абсолютно популярной это однозначно. Ну, плюс ко всему этому антуражу, который придуман, да, это было, ну, мне очень понравилось, я ничего не могу сказать против. Вы умничка, Асем. Сегодня намного лучше, и думаю, дальше будет еще лучше. Асем, ну я повторюсь, да, то есть то, что мы с тобой бесконечно прорабатывали на репетициях, твое умение держаться на сцене, твое умение подать себя, я думаю, что это очень важно для артистки такого проекта, потому что песня, кажущаяся простота этой песни, все-таки она не такая простая, как ты. Так точно. Да, потому что она кажется простой, исполнение ее очень легкое, но у тебя получилось, на мой взгляд, у тебя получилось донести именно эту легкость. Пусть никто и не знает, сколько часов репетиции на это ушло. Мне кажется, что выступление сегодня было просто великолепно. Нет, спасибо. Все было классно, мне понравилось. Спасибо. Спасибо большое. Асем, уже второй концерт, у тебя впечатляющие образы. Скажи, пожалуйста, привыкаешь к образу дивы?
Очень привыкаю к хорошему, знаете ли, очень быстро привыкаешь. Мне вообще очень нравится в нашем проекте то, что я могу менять каждый концерт образы. Это настолько интересно, необычно, нестандартно. И сегодня у меня такая прекрасная шляпа. Спасибо большое.